В этот день, 28 марта 1891 года, состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике. Было это 125 лет назад. Привет, Максим. Привет, Вячеслав. Как дела, ребята? Тяжела ли атлетика? Отлично. А, нормально, да, я тоже доволен. Даша, представь, так сказать, вы понимаете, как выглядел главный судья на этих соревнованиях? Можно опускаться. Плавно, Максим, ребята, плавно. Бороздин, мастер спорта по пауэрлифтингу, да. Вячеслав Пиликов, мастер спорта международного класса. Ребята, вы сделали это. Мы, честно говоря, сомневались, что возможно поднять Феликса, но это возможно. Доброе утро. Очень тяжелый у нас Феликс, скажите честно. Да стул тяжелее, ребята. Высокий. Вот, высокий? Вот в чем проблема. Сестра, сестра утку, грелку. Сестра Клизу, грелку, Феликс. Значит, да. Спугался. Значит, кто? Да? Да. Значит, друзья мои, соревнования. Вы же знаете, что пауэрлифтинг это же все самое такое, да? Такое. Значит, сейчас красная грелка ба-ба-ба-ба-бам против синей грелки. Кто кого? Ну что? Давайте. Дунем. На счет три. Как говорят в пауэрлифте. Не по-спортивному. Ну что ж. Давайте. Раз. Раз. Два. Три. Ну? Ой, как... Феликс, давай. Макс, давай. Ну что? Почти одновременно, но все-таки Макс был первым. Феликс, вытащи эту синюю штучку изо рта. Уже тебе не могу. Уже все. Значит, друзья, многие считают, что для здоровья, вот то, чем вы занимаетесь, это не очень полезно. Потому что рвутся сухожилия, нагрузка неравномерная, там еще что-то. А как вы сами к этому относитесь? Это все-таки спорт, который такой немножко против здоровья, или который в здоровье не помеха, если правильно этим заниматься? Зрелищный или зрелищный и здоровый? Ну, начнем с того, что профессиональный спорт и здоровье – это несовместимые вещи. Угу. Да. Вот физкультура и здоровье – это совместимые вещи. А вот профессиональный спорт и здоровье – это несовместимые вещи. Потому что те люди, которые занимаются профессиональным спортом, это, ну, как бы это ни звучало, нездоровые люди. Ну, не в физическом смысле. Да. Как насчет вашего? Вот вроде, так сказать, внешне это все в порядке. А что, уже есть какие-то... Вы понимаете, что да, я пошел на это осознанно, профессиональный спорт я выбрал, и поэтому, ну чего уж теперь? Бывают травмы, конечно. Нет, ну травмы, да, есть, и были травмы, но, слава богу, пока до операбельных вмешательств это не доходило, но... Ради чего? Все это ради чего? Ну, извините, профессиональный спорт, мы знаем, там, хоккей. Своих зубов нет, своих органов мало, но контракты такие, что куплю новые. У вас как с этим обстоит? А с финансированием? Ну, вы ради чего? Я это образ жизни, это уже это наш путь, наша цель, мы к этому идем, мы без этого не можем жить. То есть нездоровые органы вы получаете таким путем? Ну, у нас здоровые органы, слава богу. Да, пока что, слава богу. Да, а можно меня? Сестра, пожалуйста. С удовольствием. Да? Что можно меня? Меня? А, в этом смысле? Давайте, давайте. Даже я поучаствую даже, давайте. Итак, парни, я буду... Итак, легко взяли. Держим. Значит, сразу после того, что вы узнаете, что пятый покажет на начавшейся неделе, Даша поднимет стул, когда я буду держать парней в двух руках. Не пропустите. Дайте.